Тишиной окрыленное искусство. В Карачаевске в стенах Института культуры и искусства Кочегу состоялась выставка молодого художника из Дагестана Мирисмаила Сеидова. С детства лишенный возможности слышать, он передает свое восприятие мира через краски и карандаши. Подробности в материале Шерифат Лепшоковой. Визит художника из Дербента в Карачаевск – не случайное событие. Город давно имеет тесные дружеские связи с Дагестаном, и эта выставка – еще одно тому подтверждение. Посвящена она родному для Мирисмаила Сеидова Дербенту. В своих работах он фотографически передал красоту города, его атмосферу. Графику художника тепло приняли в Институте культуры и искусств. Преподаватели вуза оценили его любовь к миру, глубокое понимание прекрасного. Слуха Мирисмаил лишился еще в детстве. Какое-то время обучался в интернате для слабослышащих, вдали от родного Дербента. От тоски по родителям мальчику становилось хуже, и они забрали его домой. Находясь в одиночестве, он нашел способ общения с окружающим миром через кисть и краски. Начав посещать детскую школу искусств, Мирисмаил, конечно, не мог знать, что станет заслуженным художником Дагестана. Его имя будет известно далеко за пределами страны гор. Мирисмаил с нами сегодня здесь. Мы долго изучали твои работы. В каждой работе твоя душа, твое умение, твое мастерство. Ты на высоком уровне. Я от души тебя поздравляю. Желаю дальнейших успехов в твоей работе. Чтоб еще раз, несколько раз, ты же дорогу знаешь, Карачаевск, Дербент, Карачаевск. Чтоб не забыл. И летом приехал. Да? А то вместе пойдем рисовать, да? Вместе с художником прибыла и делегация с представителями мэрии Дербента. На предваряющей выставку встречи с руководством города было решено, что в скором времени появится автобусный маршрут по направлению Карачаевск-Дербент. Визит гостей стал ответным. Прошлым летом представители Карачаева-Черкесии были в Дагестане в честь названия в Дербенте одной из улиц Карачаевской. Постели они и дом художника. Гости были приятно удивлены, когда увидели на стене комнаты пейзажи Теберты. Неделю назад, когда мы отправлялись работы сюда, мы уже знали, что здесь родные люди, здесь поймут, здесь примут. Я вижу, что на самом деле замечательно представлены работы. Спасибо огромное. На самом деле, да, Мирисмаил удивительный человек. Он особенный человек. И выставка, которая сегодня здесь проходит под этим названием «Тишиной окрыленное искусство», это она демонстрирует многогранность души этого замечательного художника. Самиля Наджафова выразила надежду, что жители и гости Карачаевска полюбят творчество Мирисмаила Сеидова, его графику, в которой он отразил овеянный тысячелетними тайными легендами родной город. Шерифат Лепшукова, Максим Долгов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск.